Уважаемые бобручане, невозможно оставаться равнодушным к тому, что происходит в нашем обществе. Сегодня из различных интернет-источников звучат призывы об участии в митингах, шествиях, забастовках. Поддерживая неотъемлемое право каждого жителя на выражение своей гражданской позиции, я призываю его реализовывать в рамках соблюдения закона. Хочу обратить ваше внимание, что участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Давайте не будем заложниками чьих-то амбиций, не позволим управлять нашим разумом. В органы внутренних дел, Бобруйский горисполком, поступает много жалоб от жителей города по поводу акций, участники которых ведут себя шумно, кричат, свистят, сигналят автомобили. Конечно же, все это нарушает спокойствие граждан, их право на отдых. Отдельно хочу обратиться к родителям наших детей. Уважаемые взрослые, наше подрастающее поколение, молодежь, наиболее уязвимы и могут быть подвержены влиянию со стороны недобросовестных взрослых. Не поленитесь посмотреть, чем живет ребенок, в том числе на просторах интернета. Возможно, это поможет уберечь его от необдуманных поступков. Бобруйчане, не поддавайтесь на провокации, не совершайте противоправные действия, оградите от них своих близких и детей. Необходимо соблюдать закон и уважать друг друга. Сегодня гораздо важнее строить жилье, производить технику, продукты питания, лечить, учить, готовить детей к новому учебному году. Помните, что самое большое богатство – это люди. Поэтому не унижайте ни своего, ни чужого достоинства. Будьте благоразумными. Только вместе мы сможем сохранить мир и спокойствие на родной земле. Берегите себя, детей и своих близких. Я за спокойствие и порядок в нашем городе.